Представители международного общественного движения «Высший совет осетин» посетили святилище в Даргавсе. Издревле наши предки, когда начиналась какая-либо эпидемия, обращались к высшим силам за помощью. Решили вознести молитву за все население нашей республики, за всю Осетию, попросить у Рене-Бардуаг, чтобы он оберегал наш народ от той опасности, перед которой мы сейчас стоим все. Это место, оно возникло, когда в средние века вот возник вот этот городок мертвых, которых мы называем, в Даргавсе, и была эпидемия. Люди приходили сюда и молили Рене-Бардуаг, чтобы вот эта эпидемия прекратилась.